Здравствуйте. Что же, продолжаем практику. И вот это моя фраза «продолжаем практику». Да, в общем-то, о том, что мы ее всегда начинаем только. И вот у нас сейчас большинство из нас, насколько понимаю, начинается день, даже если он не начинается, а продолжается. В любом случае, просто входим в контакт с тем, что есть, и начинаем с этим сонастраиваться. И вот давайте просто будем обращать внимание по мере этой сонастройки, по мере нашей практики на этот процесс, как мы шаг за шагом, очень постепенно, переключая внимание с одного аспекта на другой, вот как-то сонастраиваемся с реальностью, с жизнью, как она есть прямо сейчас. Хорошо, ну и начнем со своего состояния, просто вот как бы осознаем его, почувствуем его. Как вы сейчас? Какая у вас внутренняя погода? Мы можем это как-то называть или просто почувствовать каким-то образом, не называя словами или какими-то метафорами даже. И затем мы пойдем уже в практике. Войдя, как бы перейдя символически этот порог практики с поклоном, со звуком гонга. И дальше пойдем в пространстве практики, замечая, что меняется. И прямо сейчас, когда мы слышим этот звук гонга, мы можем как-то обратить внимание, меняется ли прямо сейчас что-то. Просто от этого символического перехода в специфическое пространство, которое мы называем пространством практики. Можем осознать себя телесно сейчас, в теле, чуть больше почувствовать позу свою, насколько она устойчива и удобна. И давайте немножко разогреем, энергетизируем тело вот через четыре вида прикосновений, которые предлагаю. Начнем с такого огненного прикосновения, похлопывая по всему телу, проходя с этими хлопываниями все-все тело, включая голову. Когда по голове проходим, то имеет смысл так ноготками немножко так слегка поколоть. Мы просто активизируем кожу головы здесь. И потом лицо уже кончиками пальцев, подушечками, помягче. И потом по всему телу пройдем, чувствуя, где и какие участки хотят, чтобы их как-то посильнее немножко похлопали, где нужно помягче. И проходим так все тело. Если есть возможность до стоп, дотянуться, то их тоже хлопаем. То есть все доступные места желательно пройти с этим обхлопом. Хорошо, потихонечку, постепенно завершим. Немного посидим, чувствуя шлейф дальнейших ощущений, как они меняются. Может быть, чуть больше согревания. Постепенно происходит какая-то мягкая энергетизация в теле. Дыхание, возможно, как-то меняется. И следующий вид прикосновения, это когда мы как будто бы снимаем с себя что-то или стряхиваем какие-то вуали, какую-то старую кожу. Воздушные прикосновения. Мы как бы снимаем это и немножко продлеваем в воздух, туда дальше в пространство. Тоже пройдем по всем доступным участкам. Здесь есть вот два аспекта. Это такой физический непосредственный, который мы соединяем с символическим аспектом. Можем чувствовать, как это связывается, как влияет на нас. И опять посидим немного, чувствуя послевкусие такое, после
этого прикосновения, что меняется? Как дышит сейчас, как в целом ощущение в теле? Следующее — это земля, можно как-то обдавить себя, обмять шаг за шагом, так прикосновение за прикосновением, пройти все тело, как будто придавая ему форму, напоминая ему о его форме и плотности, вот вылепливая его от пластического материала, пластичного. Хорошо. И опять посидим, чувствуя, что дальше происходит. После каждого вида прикосновения, может быть, вы можете различить какие-то оттенки, отличающие именно этот опыт. И если это развлечение происходит, то мы можем запоминать это как-то телесно, всем собой, всей собой. Потом, если необходимо, использовать это как в течение дня. Просто возвращаться к этим видам прикосновений. Последнее — это вода. То есть мы можем пустить такие потоки воды, проходя по всему телу, как будто бы омывая по всему телу. Непрерывное такое движение, вот как растекающаяся вода, как будто бы. Опять посидим. Прошли мы четыре вот эти виды прикосновений. Как вы сейчас, если сравнить с началом, когда только мы входили в пространство практики? Хорошо, давайте сейчас обратимся еще раз к самой позе. Может быть, немножко стоит подвигаться, поелозить, так сказать, как будто ввинчиваясь в эту поверхность, на которой мы сидим. Почувствуем корпус. Может быть, немножко выпрямим. Какое такое самое первичное прикосновение к форме, к позе, выстраивание ее. И затем обратимся к визуальному каналу и немножко поконтактируем с пространством через этот канал. Мы это обычно делаем, давайте просто поводим взглядом туда и сюда, не спеша, останавливаясь на разных объектах, встречаясь с ними. Это может быть уже знакомые какие-то вам такие ежедневные вещи, предметы, объекты. Может быть, что-то новое. И также, может быть, в каждом старом можем увидеть какую-то новизну встречи прямо сейчас. Что-то обнаружить. Может быть, обнаружить саму встречу, как она сейчас проистекает, происходит. При таком небольшом замедлении своего взгляда, как бы, если можно так сказать, замедление взгляда, можем чувствовать, происходит ли что-то с нами в этот момент. Какой-то, может быть, особый контакт с реальностью, с жизнью, с собой. Какое-то определенное качество его. Хорошо, и в какой-то момент давайте дойдем взглядом до своей чашки. Надеюсь, она где-то у вас стоит поблизости. И просто сначала посмотрим на нее. Опять же, побудем с ней. Если это знакомая вам чашка, соответственно,
как со старым знакомым, с ней можно встретиться. В то же время обнаруживая что-то новое сейчас. И вообще обнаруживаю, как эта встреча раскрывается в вашем опыте. След новое, незнакомое, тогда тем более больше новизны. Мы немного поиграем с изменением перспективы. Мы можем расширять взгляд, видя этот объект, чашку, вписанный в отношения с другими объектами. Пространственные отношения, то есть у них есть расстояние друг до друга. Размеры у них разные, цвета, формы. Это как-то они составляют композиционное единство. Можем это видеть, замечать. Может быть, эти предметы случайным образом собрались вместе. Тем не менее, вот они уже составляют какое-то единство отношений прямо сейчас, какое-то событие, событие. Если мы несколько раз так взглядом подвигаем, так сказать, сам этот ракурс, саму перспективу, то сужая, фокусируя его на самой чашке, расширяя, видя всю композицию. Замечая разницу восприятия. И также замечая, имеет ли для вас это какой-то смысл, интересно ли, в принципе, это. И полезно ли это для чего-то еще, кроме просто взаимодействия с чашками. Хорошо, затем можем будто бы вписать в эти отношения себя, просто вспомнить, что мы уже тоже здесь, мы как физическое тело, мы как вот такой пространственный объект, так сказать. Мы здесь же, мы часть этой общей композиции отношений. И, соответственно, опять можем заметить, меняет ли это что-то, когда мы перестаем быть отстраненными наблюдателями, а становимся участниками, соучастниками этого события. В какой-то момент сами решите, когда можем подвести руку, потрогать, почувствовать через тактильный канал этот контакт с чашкой. Тепло или вообще температуру, плотность. Фактуру, еще какие-то аспекты. Затем приподнимем, почувствуем вес. Еще важный такой аспект реальности, всегда который с нами здесь, на планете Земля. Вес. Затем поднесем к носу, вдохнем аромат, немножко подышим, как будто бы наполняя вот этот канал восприятия ощущениями. Опять же, аромат вашего напитка может быть выраженным, ярким, а может быть едва заметным, а может вообще его нет. Тем не менее, можем подышать немного с ним, с этим напитком. Чувствую, как аромат действует, вот этот вот канал восприятия действует на нас в целом, может быть. Какие-то отклики в теле, может быть, происходят. И в какой-то момент глотнем, и можем почувствовать не только сам вкус, но и дальнейшее послевкусие, побыть с ним, вот с этим изменением, мгновение за мгновение. Как меняется ощущение вкуса.
тепло также, как оно движется. И потом давайте 3 минуты посвятим питью, неспешному, так, взаимодействию с этим напитком через все каналы восприятия. Тактильные, чувствую чашку, визуальные, виде, обонятельные и вот вкусовой. Хорошо, постепенно можем завершать эту часть процесса сонастройки. Вот с этим временем, где мы сейчас. У кого-то это утро, у кого-то другое время. Если нужно еще, хотите еще допить, допейте, делайте несколько глотков, сколько нужно. Затем в какой-то момент можем отставить чашку в сторону. Еще почувствовать, что дальше происходит, вот как себя ощущает рот, губы, горло, если какое-то ощущение по пищеводу дальше в желудке, может быть тепло, вот послевкусие. В какой-то момент можем позволить глазам закрыться. Вздохнуть несколько раз, чувствуя, как дыхание встречается с этими ощущениями после питья напитка. Отпуская выдох, можем отпускать лишнее напряжение. И постепенно приведем внимание в таз. Побудем с ощущением опоры, плотности контакта с опорой. И как мы наблюдали ощущения во время питья, послевкусие и прочее. Также здесь можем побыть с ощущением опоры, чувствуя его изменения. Мгновение за мгновением. По мере отпускания каких-то мышц в области таза, ягодиц, промежности, крестца, живота, поясницы, может быть, еще. Может быть, ощущение плотности контакта будет меняться. Мы это можем замечать. Если чувствую такого усаживания постепенного. Если оно есть, если вы замечаете его, то влияет ли оно на другие аспекты переживаемого опыта? Дыхание, может быть, меняется. Общее состояние как-то, может быть, чуть больше какого-то успокоения происходит.
чувство доверия, может быть, возрастает потихоньку. Может быть, еще что-то. Хорошо, затем оттуда из таза поднимемся вверх по корпусу до макушки, при этом немного утапливая подбородок в горло, очень нежно, мягко, без напряжения. Почувствуем, как вот это вырастание вверх тоже влияет на нас, добавляя какой-то другой немножко оттенок к переживанию. Затем давайте немножко покачаемся вперед-назад и из стороны в сторону, чтобы тоже физически, телесно почувствовать, где находится центр, как он чувствуется. И потом соберем все это вместе. Вот тяжелый таз, вертикальная ось внутри. Макушку устремлена наверх, подбородок немного утапливается в горло. Живот мы можем вспомнить, отпускала его. Вот мы так как-то усаживаемся. Позволяем этой форме как-то держать наше внутреннее содержание в себе и влиять на него. Как дышится сейчас, как в целом меняется состояние мгновение за мгновением. Затем, если вы следуете моему этому предложенному ритуалу, мы можем положить одну руку на живот, другую на грудь, если это вам как-то помогает для чего-нибудь, если это хорошо для вас. Если положили, можем немножко подвигать руками, почувствовать контакт и найти лучшие точки соприкосновения. Немножко побыть с дыханием, с этим ощущением контакта. Может быть, тепло рождается под руками. Либо руки теплее, либо тело теплее, чем руки. Затем можем обратиться к области, которую мы переживаем как более такую символическую, ценностную, смысловую. Можем вспомнить о своей мотивации к приходу вот сюда, в это пространство этой практики, пространство этой санки, встречи с этими людьми, с собой. Зачем вы здесь? И что вы хотите воплощать этой практикой сегодня, сейчас? И можем посвятить практику вот чему-то значимому, имеющему смысл для вас, вашей жизни и прямо сейчас. Если слова Будды, Дхармы и Сангха откликаются в вас как-то, может быть, теми смыслами, которые мы не раз разбирали здесь. Можем вспомнить их тоже. Если вы обращаетесь к этому посвящению, что-то такое внутреннее либо произносите, либо представляете, как-то по-другому контактируете с этим. Влияет ли это как-то на вас сейчас прямо? Хорошо, и опять положим руки удобно. Еще раз вернемся к основным зонам внимания. Проверим их. Тяжелый таз, вертикальная ось, макушка устремлена наверх, подбородок немного утапливается в горло.
Живот мы отпускаем и позволяем ему дышать, участвовать в дыхании, двигаться. Руки лежат спокойно, удобно. Как сейчас дышится и как вы себя чувствуете сейчас в целом? Меняется ли ваше переживание себя, жизнь? По мере этой практики нашей. Прямо сейчас. Давайте пройдем по отдельным участкам, наполняя их вниманием, замечая, что в них меняется в эти моменты. Тоже как-то сонастраиваясь чуть больше с разными частями тела, себя. Начнем с глаз, глаза, мышцы вокруг глаз, пространство за глазами. Нижняя челюсть, если мы ее отпустим, позволим зубам разжаться, чувствуя вес челюсти. Влияет ли на дыхание это отпускание челюсти? Почувствуем язык, может быть, всю ротовую полость после напитка, может быть, какие-то ощущения еще остаются. И губы тоже. И потом все лицо, кожа, мышцы, все лицо, может быть, немножко отпуская какие-то еще мышцы. Затем пройдем вниманием по затылку, через шею, к плечам, как будто так поглаживая вниманием по этой зоне, позволяя плечам стекать вниз за весом рук. Когда руки лежат спокойно, опираются. Плечи могут стекать вниз с каждым выдохом. Потом сами руки. Можем еще раз почувствовать, как они лежат спокойно, что у них есть вес и что-то весит. Можем, может быть, чуть больше отпустить этот вес, вес рук. И спина, и дыхание в спине. Она расширяется со вдохом, раскрывается. А с выдохом лишние напряжения могут как будто бы стекать вниз вдоль позвоночника, отпускаться немножко. Спина может освобождаться. Каждым вдохом расширяться, с выдохом освобождаться. И затем грудная клетка вся, включая ребра, как они расширяются, спадают, вся грудная клетка во всем объеме ее. Она расширяется, спадает каждым дыхательным циклом.
И солнечное сплетение живут, каждый раз, приходя в эту зону, можем чувствовать, можно ли что-то здесь еще чуть-чуть отпустить. В области живота, солнечное сплетение. Пах, промежность, ягодицы. Здесь тоже, может быть, еще можно что-то отпустить. И вес тела тогда, возможно, как-то чуть больше тоже отпустится. Вес всего тела. И ноги от тазобедренных суставов к стопам. И снова вернемся к целой позе, к целому телу. Еще раз проверим основные зоны. Если нужно, поправим чуть-чуть что-то. Тяжелый таз, вертикальная ось. Макушку устремлена наверх, подбородок немного утапливается в горло. Живот опускаем, смягчаем. Позволяем дышать. Двигаться. Руки лежат спокойно. И вот так вот, наполнив тело вниманием чуть больше, создав фактически эту форму, наполняя ее вниманием прямо сейчас, можем замечать, влияет ли она на общее состояние, как взаимодействует внимание, форма и состояние. И дыхание движется здесь, в этой форме. Можем взять один дыхательный цикл, проживая его как-то очень близко. Когда один заканчивается, начинается другой, и мы можем также как будто подхватить новый вдох и сопроводить весь дыхательный цикл своим вниманием, чувствуя его оттенки на каждом этапе. И опять можем замечать, как на нас влияет, когда мы остаемся вот так вниманием с формой, с позой и с дыханием текущим здесь, в этой форме. Если вы погружаетесь все время от времени в мысли, это нормально. Все это делают, у всех это происходит. В момент, когда вы обнаруживаете себя в мыслях, просто мягко сразу же возвращайтесь вот к форме, к позе и дыханию. Можем замечать само это возвращение, саму возможность вернуться, почувствовать, побыть. Каждый раз, когда вы возвращаетесь к каких-то мыслей, к этим простым ощущениям тела и дыхания, как это происходит, как это переживается, как это на вас влияет.
Продолжая чувствовать так форму нашего сидения, позы и дыхания, текущее здесь, предлагающее обратиться к слушанию, вспомнить о нем, что оно тоже здесь, уже прямо сейчас происходит. Как так распределить внимание между чувствованием тела и дыхания и слушанием? Если глаза вам удобнее приоткрыть, то мы можем их тоже немножко приоткрыть, смотреть под 45 градусов примерно, расфокусированно. Удобнее с закрытыми, значит, закрытыми. Так, обращаясь к трем или двум каналам восприятия, можем создавать такой объем, как будто бы восприятие, быть с ним. Внешнее, внутреннее, все вместе. Хорошо, и близясь к завершению, предлагаю опять решить, хотите ли вы положить сейчас руки одну на грудь, другую на живот, или оставите как есть. Но мы можем чуть больше вернуться к дыханию и к ощущению тепла. Раз у нас основной топик в этот раз тепло, к нему можем всегда возвращаться, чувствовать, где оно. Вот где сейчас теплее всего в теле? Есть ли такие участки или участок? Чувствую это тепло. Можем пробовать как-то так расширить его потихонечку, позволяя ему расширяться. Может быть, дыхание здесь поможет, если мы будем дышать и с каждым вдохом-выдохом как будто бы расширять тепло на другие пространства тела, другие области тела. Здесь может помогать какие-то образы, ассоциации, когда это тепло разливается. Может быть, как теплая вода, или как свет, или еще что-то. Или просто само ощущение тепла. Я не знаю, как-то, может быть, это у вас сейчас родится. Постепенно это тепло может, можем представить это, может заполнить все тело и то, что мы называем сознанием. Могут ли согреться наши мысли, чувства, состояния? Могут ли мысли стать теплыми? Можем также вспомнить о каких-то областях нашей жизни, которые хотелось бы сейчас согреть. Может быть, какие-то отношения с кем-то. Еще что-то. Какой-то жизненный опыт. Можем пойти дальше за этим согреванием жизни, согреванием мира. И распространить это согревание на те области, которые имеют для вас значение, смысл, который хочется согреть прямо сейчас. С той широтой, которую вы способны или просто хотите. В том объеме, который хотите сейчас обнять.
Давайте можем просто почувствовать, влияет ли на нас как тот этот образ или эта ассоциация тепла, которую мы распространяем не только на физические аспекты, но и очень разные, может быть, символические аспекты жизни. Ну и самое последнее, чем мы обычно завершаем последнее время, это практика благодарности. Можем внутренне поблагодарить друг друга вот за эту встречу небольшую, наше сообщество, каждого из нас. Я благодарю каждого из вас за создание этого пространства совместное. Спасибо вам. Мы можем расширить область благодарности до всех своих попутчиков, всех, кто идет с вами рядом по жизни, разделяет вашу жизнь. Не только людей, может быть, другие существа тоже. Своим присутствием, своим бытием рядом с вами. Можем сказать им спасибо, что они рядом. Поблагодарить, может быть, не только тех, кто прямо сейчас с нами по жизни, но и кто был с нами, уже ушел фактически, физически, но остается с нами в памяти. Мы можем сказать им спасибо за это разделение части пути, а значит и всего пути, потому что они продолжают идти с нами в нашей памяти. Можем поблагодарить всех учителей, кого вы считаете учителями, кто внес вклад в вашу жизнь. Большой или маленький, неважно. С кем мы встретились реально физически, или, может быть, они пришли к нам через книги, через слова, даже через тысячелетия. Мы услышали голос. Можем поблагодарить свой путь, к которому мы всегда можем вернуться, и к которому мы всегда возвращаемся, и он всегда нас ждет, сколько раз бы мы ни отклонялись от него в сторону. И себя, идущего или идущую по этому пути, возвращающуюся на него. Всю эту большую жизнь мы можем поблагодарить. Хорошо, и можем забрать в сегодняшний день все, что захочется забрать из этой практики, и оставить здесь все, что захочется оставить. Давайте сейчас я погладим по часовой стрелке по животу, по кругу, и потом разгладим по всему телу, снова пуская вот эти потоки воды, с которых мы начинали сегодня, вот омывая тело. Включаю голову, лицо, все, руки, ноги, спину. Потом еще потянемся. Вот раскрывая себя, раскрывая тело. Если глаза были закрыты, откроем их, оглядимся в пространство, увидим его еще раз, встретимся. Почувствуем себя здесь и сейчас, как вы чувствуете себя. Вот после 45 минут практики изменилось ли что-то в вашем состоянии, в вашей внутренней погоде? Какая она? По звуку гонга можем закрыть символически это пространство. Если клонитесь, поклонимся. И 10 минут посвятим творческому отклику.
нас сегодня по расписанию короткий день, в смысле без короткой встречи, без долгого разговора. Я хочу просто сразу сказать, что вот мне по вечерам так до конца, до субботы понадобится ваша поддержка, поэтому кто вот сегодня может из наших дежурных, кто хочет, может, хочет подежурить, откликнитесь, пожалуйста. Ну, а по утрам все еще, значит, вот сегодня, завтра точно я смогу. А четверг и пятница не смогу. Вот тогда надо будет еще и утром. Тогда Владимир, может, вы проведете, если сможете, конечно. Или просто посидите так. Окей. Давайте я прочитаю, что мы сегодня написали. Катерина написала. Чашка делится теплом чая. Ничего не ожидая взамен. Привет, давно знакомая, незнакомка. Я написала. Несмотря на штормовое предупреждение. Хотя все-таки смотря на штормовое предупреждение. Мой мир становится теплее. Да, это мой мир. Весь мир. Весь мой. Алексей. Послевкусие напитка переполнило все каналы восприятия. Не подошел для утренней практики холодный вечерний глинтвейн. Но есть тепло санки. Адити написала. Тепло рук заполняет сердце. Оно развивается дальше. Снега стало больше. Небо становится глубже. Ольга. Ох уж это сердечная терморегуляция. И лава извергается, и водопад охлаждает ее, и дракон, уставший от сна, мечется, терпко, терпко. И все это в одном единственном моменте. Таня написала, дякую за спільну практику. Практику. Если я правильно прочитал. Окей. Вы сегодня сможете вечером посидеть, подежурить. Ходите, Наталья, как вы, может быть, без вас. Вижу пальцы. Я там написала, да, что я смогу. А, не вижу. Спасибо. Я там, ну, в чате А, админа. в Телеграме. Ага, Да, понятно. Хорошо, теперь да. спасибо. Угу. Я тоже смогу. Да. Ну, хотела бы, если Наталья, ну, пусть она. Я, правда, играю роль гонга, потому что я, например, не слышу гонга. Не, вчера просто, я так понимаю, ну, дети, у нее время не подошло еще. Я просто там с телефона нельзя. Вот мы не нашли опции, чтобы с телефона гонку проиграть. А, там, наверное, не шарится звук. Да, там нет этого. Поэтому нельзя. А вот видите, только с телефона может. В общем, хорошо, Наталья, спасибо. Ну, а вы с гонгом действительно решить. Можно в конце концов просто сказать с губами бам, Нормально бам и запускаю. гонг. Когда я запускаю компьютер. Владимир, если я не забываю, вам слышно его? Ну, вот позавчера ж слышно было? Мне было не слышно, поэтому я сказал бум. Ну, вчера, Я да. включил звук. У меня есть запись гонга, поэтому я его полностью включил. Хорошо, гонка это в конце концов не самое главное. Можно и бам сказать, можно вообще просто как Можно там мысленно махнуть услышать руку. в пространстве гонг. Мы же знаем, как он звучит. Да. Представьте. Хорошо, спасибо всем вам за встречу сегодня. Хорошего вам по возможности дня. И до встречи. Счастливо.